Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchMaker, и сегодня мы поговорим о новом сигнальном боте биржи OKX. Что это за бот, как он работает, для чего нужен и сколько мы на нем можем заработать. Присаживайся поудобнее, наливай чаек, кофеек и погнали! Итак, сигнальный бот OKX находится здесь, торговля, торговые боты, сигнальный бот. Мы видим, что у нас здесь две настроечки уже готовых имеется, что написано, что это третья сторона, а значит, что это сигналы, предоставленные пользователями биржи OKX. Мне, кстати говоря, тоже приходило предложение потестировать их до того, как они были запущены. Так что я думаю, что в момент теста просто выбрали самые лучшие стратегии, которые имеют самую лучшую отработку, и добавили их сюда. Что же это за стратегии? Здесь мы видим, что первый бот у нас работает с тремя парами: биткоин, эфириум и биткоин кэш. И минимальная сумма для инвестиций здесь требуется от $100. Как именно этот бот работает, какие комбинации стратегий он имеет, здесь не написано. Я не смог найти нигде эту информацию, поэтому здесь мы можем только, как говорится, довериться. Ну и второй бот, который работает на всех фьючерсных парах, имеет кредитное плечо там от 5 до 20. И минимальная сумма для инвестиций составляет от $500. Кстати говоря, если у вас нет аккаунта на бирже OKX, регистрируйтесь по ссылочке в описании, вы получите 20% кэшбэк торговых комиссий пожизненно. То есть вы торгуете, платите бирже торговые комиссии, и 20% этих торговых комиссий биржа вернет вам USDT-шками, которые вы можете использовать как захотите. Комиссии возвращаются один раз в час. Так что не упускай такую возможность, регистрируйся по ссылке в описании. При создании бота здесь мы видим, что у нас имеются три торговые пары, как мы уже и говорили, но вы можете добавить и дополнительные торговые пары, но я не рекомендую вам этого делать. Не существует универсальных стратегий, которые позволяли бы торговать на всех торговых парах на любом рынке. Поэтому тут лучше все оставить как есть. Мы можем выбрать кредитное плечо, в том числе и первое, например. Кстати говоря, первое кредитное плечо как раз таки можно использовать, чтобы потестировать данную стратегию с минимальными рисками. И если увидите, что сигналы неплохо отрабатывают, имеют высокий винрейт, то тогда уже можно инвестировать немного больше, либо увеличить кредитное плечо. Мы видим, что здесь написано рекомендовано $200, но мы можем инвестировать и 100, как это было написано ранее. Кстати говоря, если уменьшать плечо, то сумма увеличивается. То есть, видите, $102 нужно уже при пятом плече. Естественно, если у вас 10-е плечо, то вам нужен $51. В расширенных настройках мы видим, что это у нас сигнал с TradingView. Мы можем тут поменять. И настройки входа также сигнал TradingView. То есть все по сигналу. Но если вы будете делать свой кастомный сигнал, то обратите внимание, что здесь имеются дополнительные настройки. Также имеется галочка с множественными входами. Разрешить несколько входов в одном направлении для тех же торговых пар. Это означает, что если бот зашел, допустим, в биткоин по сигналу, да, и в процессе отработки этого сигнала появился еще один сигнал на вход, то он откроет еще одну сделку по биткоину по новому сигналу, то есть параллельно. Ну, по идее, это делается на различных саб-аккаунтах, чтобы можно было на одной торговой паре запускать несколько различных сделок. Ну и настройки выхода, take profit, stop loss, но в нашем случае все предусмотрено индикатором, и поэтому нам это трогать не нужно. С другой стороны, мы не знаем, что конкретно там со стоп-лоссом, то есть работает ли там стоп-лосс и есть ли он вообще. И хотелось бы, конечно же, больше описаний по данной стратегии, чтобы чувствовать себя немного увереннее, да. Как мы видим здесь ниже, я уже запустил одного бота на минималку с пятым плечом, чтобы посмотреть, как он отрабатывает. Результатами я, естественно, буду делиться в моем VIP-чате, VIP-канале. Вы можете в него попасть абсолютно бесплатно, просто зарегистрировавшись по ссылке в описании на бирже OKX. После этого пишите менеджеру, и менеджер добавит вас в чат и в канал. Там я также делюсь и другими результатами по другим ботом, которые у меня запущены. Ну и также по актуальности даю настройки на сеточных ботов. Но не это самое главное у данного сигнального бота. Самое главное то, что вы можете добавить свой пользовательский сигнал. Здесь вводим название, описание и здесь уже дополнительные настройки, чтобы привязать ваш сигнал с TradingView к вашему аккаунту OKX. Здесь уже немного сложнее для тех, кто
знает, как что делать. Думаю, все понятно. Для тех, кто не знает, что как делать, есть вот такая вот, например, инструкция, в которой все подробно описано. Но самое главное — это написать либо купить хороший индикатор, который дает хорошие сигналы на вход и выход из сделки. Естественно, имеется также инструкция. Если мы нажмем вот сюда, нажмем подробнее, мы перейдем в описание этого сигнала. И вот здесь есть ссылочка, как настроить OKX сигнального бота, да? Вот у нас данная инструкция, где очень подробно расписано, как подключить вашу стратегию к бирже OKX. Я сейчас не буду ничего, естественно, подключать кастомного, да, потому что у меня нет какой-то рабочей стратегии, какого-то рабочего сигнального индикатора. Но если у вас подобный имеется, то пишите мне в личку, и мы запустим такого бота, а я сниму второй ролик с полной настройкой этого самого сигнала. Итак, давайте немного подрезюмируем. OKX сигнальный бот – очень крутая вещь. Если раньше вам приходилось ручками ходить и выходить из сделки, когда у вас имелся тот же самый сигнальный индикатор на TradingView, да, он у вас давал оповещение, вы заходили на биржу, выбирали сколько, куда и как вам входить, запускали сделку. На это тоже нужно время, а вы можете спать, кушать, заниматься домашними делами и делать все, что угодно. И можете пропустить какой-то хороший сигнал. Теперь же вы просто подключаете этот сигнал к бирже OKX и полностью автоматизируете процесс. Теперь вам не нужно ручками тыкать, чтобы бот входил и выходил из сделки. Вы просто написали в Pine индикатор для TradingView, либо его купили у кого-то и просто запускаете. Вот, собственно, и все. Это очень крутой бот. Я считаю, что он очень перспективный. Ну и, кстати говоря, это сейчас имеется всего два пресета на бирже OKX, но я думаю, что они будут добавляться постепенно, их станет больше. Но тут тоже нужно быть аккуратным, так же, как и с копи-трейдингом. Я больше чем уверен, что многие в копи-трейдинге также пользуются сигнальными ботами. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого робота. Пробовали ли вы автоматизировать процесс? Как у вас это получилось и сколько вы заработали. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.